Смотрите в пятницу в 18.15 на телеканале «Самара ГИС» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки от нашей программы о собаках, которым нужен свой дом и ответственные владельцы. 4 собаки хотят домой. Их нашли на улице, накормили, напоили, обучили, как теперь живут Гуч и Бим. Счастливая судьба 2 метисов. Гости в студии – семейный психолог Татьяна Салмина и зоозащитник Ульяна Самсонова. Очень важная тема – жестокое обращение с животными, деяния и наказания. Смотрите об этом в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» 17 июля в пятницу в 18.15.